Здравствуйте, уважаемые студенты! Данная видеопрезентация посвящена введению физиологии животных. Лекцию читает Исхан Кайрат Джалилович, кандидат сельскохозяйственных наук, профессор, заведующий кафедрой физиологии, морфологии и биохимии имени Базанова КазНаИУ. Данный предмет рассчитан на 3 кредита в тот же час, 15 лекций и 15 лабораторных занятий. Введение. Физиология – это общебиологическая дисциплина, которая изучает функции здорового организма человека и животных в динамике и постоянном их изменении под влиянием условий внешней среды. Основным объектом физиологии является жизнь организма, жизнь – наиболее высокоорганизованная форма существования материи. Это процесс существования сложных биологических систем, способных самовоспроизводиться и поддерживать свое существование в результате обмена веществом и энергией с окружающей средой. Физиология изучает функции отдельных клеток, тканей, органов и целого организма и анализирует функции живых организмов, выявляет причины, механизмы и закономерности жизнедеятельности организма, их взаимную связь и зависимость от внешних и внутренних условий. Цель физиологии является: первое, изучение закономерностей жизненных процессов на разных структурных уровнях. Второе, выяснение механизмов, обеспечивающих взаимодействие отдельных частей организма и организма как целого с внешней средой. Третье. Выявление качественных различий физиологических функций у животных, находящихся на неодинаковых уровнях эволюционного развития или обитающих в разных экологических условиях. И четвертое. Изучение становления физиологических функций, их формирования на разных этапах индивидуального развития. В ходе изучения физиологии животных мы будем затрагивать не только физиологию животных, но и физиологию людей, так как в сравнительном аспекте нам будет намного легче усвоить и закрепить материал. В ходе проведения экспериментов на лабораторных занятиях студенты должны ознакомиться с техникой безопасности, также иметь определенные теоретические знания перед тем, как приступят к лабораторным заданиям. Следующее. Краткая история. Естественно, перед тем, как мы откроем книжку, после того, как мы прочтем введение, идет история данного предмета, который вы изучаете. История физиологии начинается с древних времен, со времен Гиппократа, который является основоположником физиологии и медицины. Также Авиценна на картинке, доктор Уильям Гарви и, конечно же, Павлов. Данные ученые являются основоположниками физиологии и также открыли немало сделали вклад в физиологию. Какие системы мы будем изучать в ходе лекций и лабораторных занятий? Первое – это, конечно же, физиология кровообращения. Второе – физиология дыхания. Физиология пищеварения, в тот же час обмен веществ, физиология выделения, эндокринология,
физиология возбудимых тканей, общая физиология центральной нервной системы, высшая нервная деятельность, физиология анализаторов. Данные темы являются темами для лекционных занятий. В ходе лекций вы можете задать непосредственно лектору свои вопросы касаемо темы, ну и также касаемо лабораторных занятий. Лабораторный инвентарь. Мы будем использовать хирургические инструменты, штатив, кимограф, миограф, микроскоп. Данные инструменты являются основными, но и также имеются некоторые инструменты, которые не показаны на данном слайде. С ними вас мы ознакомим перед лабораторным занятием. Далее. Литература. Чтобы иметь определенные знания, теоретические знания, вы должны иметь литературу. Это физиология сельскохозяйственных животных, автора Неспаев Алданазара Бегаилов Неспаева, и физиология человека и животных в вопросах и ответах. Первая книга, она посвящена общим теоретическим знаниям в области физиологии, а вторая книга, она посвящена также физиологии, но здесь они даны в виде вопросов и ответов. То есть эта книга предназначена, можно сказать, для подготовки к рубежным контролям или же к экзаменам. Также имеются некоторые другие книги по физиологии. Есть и советские авторы, которые не утратили свои актуальности. Также и новые книги. Можете же также использовать и зарубежные некоторых авторов. Но мы советуем, естественно, использовать наши отечественные книги. На этом видеопрезентация окончена. Желаю успехов студентам. До скорых встреч!